Всем привет, ребята, и вы на канале Тимофей. И мы в замке Кассей. Мы уже снимаем в этом замке третью часть. Вот. Подходим вот сюда. Я разворачиваю камеру. Вот тут какая-то маленькая колясочка для малышей. Вот. Высокий потолок. Мы заходим в местность картин. Вот тут, правда, картин не наблюдается. Но тут, если присмотреть, видите, такие отрывки картин, но есть. Это с этой стороны. Тут есть чуть-чуть больше. Вот. Тут дома есть. Вы видите, такие слабо-слабо прям видно. Картины. Прям тут вся эта штука была сделана в картинах. Просто везде отрывки картин. Вот еще тут. Вот так заходим вот сюда. Вот. Кстати, вы спросите, как мы сюда попали? Потому что в прошлом видео я вам говорил, что вон сюда нельзя зайти. Вот дверь. Она была закрыта. Но мы подстроились под экскурсию. И мы зашли. Экскурсия можно. Вот, тут какая-то штучка. Тут еще одна. Кстати, уже экскурсия продолжается. Это какая-то крыса. И еще какой-то домик. Вот. Мне сейчас кажется, что она поговорит чуть-чуть и откроет нам вон ту дверку. Что я подходить туда не хочу, потому что я не хочу экскурсию перебивать. Вот. Я могу подойти, но говорить не буду. Я просто скажу вот эту дверку, если вы не поняли. Вот эта вот дверочка. Вот. Вот это. Мне кажется, что ее откроют. Правда, там она все запотела. Вы слабо увидели, но я, если что, ничего не увидел. Тут какая-то у нас такая за решеткой, мне кажется, даже экскурсии. С чего я взял? Взял я это от замка. Ну, может, у нее ключ есть, чтобы открыть этот замок. Ну, я не знаю. Опять эти рисунки. Кто может прочитать на английском? Прочитайте. Вот. Вы можете название только прочитать большими буквами. Вот. Название, и вы уже поймете, что это такое. Тут, правда, конечно, не очень-то и нормально видно, но все равно тут оно как-то размыто. Переходим на эту сторону. Теперь сюда. Переходим сюда. Это, кстати, картинка замка. Вы читаете. Если вы понимаете английскую, то вы можете чуть-чуть подслушать их рисунки. Ну, мы тут по рисункам уже все прошли.
если я подниму сюда, тут какие-то провода. А тут у нас какое-то окно. Вот. Поднимаем. Тут даже на потолке все. Все это есть. На потолке все рисунки. Вот. Вот еще тут экскурсия даже. Даже она и сейчас идет. Мы могли по голосу услышать, но та дверь еще не открылась. Вот. Кстати, еще тут есть дверка, я вам уже ее показывал. Вот. Подъемчик такой. Кстати, он круглый. Он для меня очень неудобный. Круглый подъем. Моя нелюбимая. Вот. Там еще головки, чтобы внимательно увидел их, когда я показывал потолок. Ну, их было слабо видно, но сейчас я отдельное внимание на них дал вам. Вот. Я слышал, что нам отнуло ключами. Если вы были наслушаны, то я слышал, мне кажется, скоро она эту дверь откроет, про какую я вам уже 100 раз говорю. Вот эта вот дверка. Кстати, хорошо, что я вам первым делом показала вам ту маленькую штучку. Просто сейчас я, как говорится, не пройду туда. Вот это. Вот она уже открыла дверки. Проходим. Проходим. Я знаю. Ну. Собственно говоря, ничего интересного. Тут такое маленькое уведение. Если я сюда приду, то видите, там какой-то свет поступает. Кстати, потолка тут нету. Потолка тут нету. Все плесенью открылось. Ага, вот тут еще какая-то крыса такая интересная. Тут какая-то штучка типа стойка. Я не знаю. Ну, собственно, тут ничего интересного. Кстати, с этой стороны, видите, какой-то там вот стричок. Стрик. Типа, чтоб, если ты доезд до туда, продолжай есть. Можно. Захватывайся за стричок и есть дальше. Во. Кстати, у этой стойки потолок очень красивый. Как вам? Напишите в комментариях, насколько вы этот потолок оцените в комментариях от скалы 10. Ну, не этот потолок, там, где его нету, а вон тот. Видите, он такой кругленький. Лично, честно, я первый раз такое вижу. Я вижу это только в замках, в обычных таких домах. Я это не вижу. Сейчас я пройду сюда. О, она как раз туда показывает. Видите? Тут какой-то рисунок. Рисунок тут какой-то. Кстати, тут... Если присмотреться на потолок, то можно увидеть камень. И тут такие есть трески. Типа, чтоб заесть туда. Камень, чтоб встать и отдохнуть. Правда, вряд ли ты туда протиснешься. Вот. Тут юки какие-то, как вы видите. Юки ведут в тупик, так скажем. Вот. Подходим вот сюда. Тут какие-то рисоточки. Выходим уже отсюда. Вот. Ну, тут
такое интересное, что тут такое выглядит. Как сделать паузу? Как паузу? Вот. Мы уже вышли оттуда. Ну, не оттуда. А оттуда. Вот. О, она уже нам двери на выход открывается. Все. Она уже, можно сказать, открыла двери. Вот, уже открыла. Можно идти. Проходим. Проходим. Вот. Мы вышли от этой двери. Вот. Помните, я вам показывала вот этот вот замок? Если мы пройдем чуть-чуть дальше, то мы увидим всякие там поля. Я вам это уже показывала. Вот сердечко. Такое, ну, не сердечко, а камень в виде сердечка. Подходим вот сюда. Камень в виде сердечка. Вот такой камень в виде сердечка. Вот. Такой вот замок Кассей. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока-пока.